Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы находимся на предприятии «Монолит. Двери и сейфы». Сегодня мы поговорим о замочке украинского производства. Производитель «Гудлок». Это сейфовый блокиратор класса «Б». Производит этот замок, изобрел и производит его очень уважаемый изобретатель, который уже долгие годы занимается разработкой, изготовлением, долгое время был начальником производства по изготовлению сейфов, и как бы свои знания, опыт вложил в этот замок. Замок принципиально, ну, очень интересный у него за счет очень интересного как бы принципа, основан на секретность. Принцип работы очень интересный, поэтому давайте посмотрим, что за замочек. Хотел аккуратненько снять. Так, вот такой вот замочек, вот такая коробочка. Замочек класса Б. Сейфовый замочек, сейфовый блокиратор класса Б. Вот такая вот, тяжеленький. Форм-фактор, естественно, подразумевает под Mauer, вот у нас класса А, вот Mauer Varus класса Б. Все габаритным размером, фактически один в один. Ну, какие-то тут полмиллиметра, может быть, по сравнению с классом А Mauer. И с классом Б Mauer, может быть, миллиметрик. Значит так, ригель двухсторонний. Ага, ключики. Вот у нас самая особенность заключается вот, вот этой вот вещи. Вот это ключ. Вот такой вот ключ. Кстати, под очень толстый. То есть вот это все может быть длиной ключа. Поэтому, в принципе, здесь глубина сейфа, она, ну, очень огромная. Да, очень интересно. Так, теперь работа замка. Значит так, ключ вводится так, ага, вот так вот, вот так. Я понял. То есть толщина стенки может быть вот такой. Сколько у нас здесь получается? Сто десятая стеночка может быть. Ну, неплохо, да. В принципе, 20 плюс 70, 90. Да, плюс каленые пластины. В принципе, да, можно даже на очень серьезный сейфик ее применить. Работа ключ, как описывает сам изобретатель, вводится порционно, то есть, ну, образно не так, что вот как бы взял за край ключа и вот так вот его сунешь. Ключ, ну, здесь получается, ну, на самом деле, как бы с большими стенками, с большими ключеводами, то этой проблемы не должно возникнуть. По сути, ты ставишь, и весь ключ ограничен, и здесь уже работать будет вот эта жесткая его часть. Поэтому это только вот в открытом состоянии, ну, то есть без сейфа, то да, замок как бы может показаться, что как-то, ну, необычно вставлять ключ. Ну, в любом случае необычно, но с этим можно смириться за счет того, что воздействовать на такую секретность возможности нет. Очень хороший замок. Самое важное, то есть, что замок украинского изобретателя производится в Украине. Поэтому это очень важно. И мы будем стараться, компания Monolith будет стараться этот замок ставить свои изделия. Поэтому
спасибо изобретателям, спасибо производителям украинским, которые не боятся всех тех проблем, всего, то есть с чем сталкиваться приходится, в отличие от того, чтобы просто там китайский, то есть купить замок. Но на самом деле, вот допустим, вот этот замок Mauer, его цена, ну там может быть гривен 700, то есть ну класса А, ну класса Б если взять там, ну его до 2000 он будет стоить. Это при том, что ну, на нем заработал уже, ну кто только не заработал, то есть на нем. Стоимость такого, безусловно, если она даже будет дороже, то это не значит, что то есть, ну, здесь хотя бы эти все деньги они остаются в Украине, и на них как бы они остаются изобретателю этого производства, все, уходят на производство всего этого. Поэтому это совершенно разные вещи. Даже при одинаковых там ценах, то надо делать предпочтение на то, что производится у нас. Либо производить самому. Хоть это будет и выходить дороже, но если это будет лучше, то хотя бы эти все деньги будут оставаться в стране. Их будут тратить те же люди, которые это делают, там фрезеровщики, токаря, он пойдет, скажем так, эти, потратит эти деньги на картошку, на мясо, на хлеб. И эти деньги как бы, ну, хотя бы будут как-то оставаться в Украине, вместо того, чтобы вот просто там стремиться, да, подешевле, там, давай мне подешевле, то есть я там раз вдвое там увеличил цену, то есть набросил, продал, то есть что я с этого заработаю, то есть, ну, самое, конечно, неблагодарное это производить, но если это имеет такие плюсы, какие-то неоспоримые, то лучше это делать, даже если это будет стоить дороже. Поэтому спасибо за внимание, всего доброго. Если вам нужны будут сейфы либо двери, обращайтесь, с удовольствием мы их изготовим. До свидания.